Left, right. Четыре последовательных удара с левой руки на правую руку. Либо справа налево. Right, left, right, left. Акцент идет на последний удар из четырех. Как ее применять? Применять ее можно двумя способами. В ритмике хай-хет, малый бас, барабан, то есть в ритмической структуре с вот этими вот элементами ударной установки хай-хет, малый барабан, басовый барабан и тарелка райт. Вот. А также второй вариант — это брейковая техника, заполнение, сольные куски. То есть, опять же, рудимент применяем в двух способах. Ритмика, ритмическая структура и брейковая техника, либо сольные куски. В ритмике, значит, я частенько это делаю следующим образом: синкопирование и играю ее к доле. То есть акцент у меня получается в сильную долю, а вся остальная конструкция смещается на и, то есть и предыдущей доли такта. Например. Чуть быстрее. Такой вариант. Еще в ритмике очень удобно использовать ее в шафловых рисунках. Half-time shuffle или funk shuffle. Разбиваем между хай-хетом и малым барабаном. Вот она звучит на одной поверхности. Да, забыл сказать, что она триольная. Фигура сама по себе изначально триольная, то есть по умолчанию. То есть мы ее играем, естественно, в том варианте, в котором она во всех учебниках по рудиментам или там в брошюрах указана. Она там триольная. Соответственно, разбиваем ее. Правая рука остается на хай-хете, на левая рука на малом барабане. Такое прикольное заполнение призрачными нотами. То есть вот оно на одной поверхности. Опять заметьте, я играю к доле в слабую. И раз. Теперь на малом барабане. Простые штуковины, то же самое с ремкликом можно. Очень просто, но очень хорошо звучит и работает. То же самое можно это сыграть все заполнениями, например, на малом барабане. На малом, на помпомах. Барабанами, то есть не обязательно играть все это на одной поверхности. Очень круто звучит четырехударная дробь, если мы ее играем, используя бас-барабан. Например, такая связка. Четыре удара. Кик, right, left, кик, правая рука. Последний удар также мы играем в crash, либо right, и это у нас сильная доля. Играем на начиная с синкопы, со слабой доли. Звучит очень симпатично. Ну, в общем-то, такие примеры, но это не догма. Вы можете придумывать свои варианты. Если хотите узнать, какие варианты еще возможны, в моем случае, вы можете написать мне в личку, я вам подскажу на пробном занятии, конечно же. Отличного барабанного настроения всем. С вами Александр Филиппов.